Наш мир в опасности. Чтобы спасти галактику, мы обязаны найти 4 киберключа, прежде чем Десептиконы воспользуются ими во имя зла. Такова наша миссия. Лихач, Искривитель, Вектор Прайм, Фугас, Пулемет, Оптимус Прайм. Трансформироваться и вперед! Wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Трансформеры Кибертрон. Кризис. Нет, Лихач! Не может быть! Лихач! Друзья! Пулемет! Батит! Мегатрон, ты заплатишь! Вряд ли! Мегалев, ты мне нужен! Я уже здесь! Если я хочу победить Мегатрона, мне понадобится вся наша сила! То, что нужно, Оптимус! Я здесь! Мы не позволим Мегатрону сбежать! Спасибо, друг! Не волнуйся! Я прослежу, чтобы Мегатрон дорого заплатил за то, что он сделал! Чудесно! Можешь рассчитывать на меня! Теперь Оптимус Прайм! Мегалев! Дикие челюсти! И чтобы еще усилить! Сделаем так! Не устоит против нас! Нас не остановить, Гнут! Теперь ты мой, Мегатрон! Это меня не остановит, Мегатрон! Уже остановило. Теперь закончим с вами. Ну нет! Пора тебе притормозить! Ладно, сначала ты. Нет! Если хочешь драться, давай. Но всех нас тебе не победить. Вектор Прайм, не дыши на меня! Вектор Прайм, забери отсюда Лихача и остальных, чтобы они больше не пострадали! Давай, Вектор Прайм, займись ими! Оставь этого безмозглого мне! Уже иду! Что сказал? Что слышал? Начнем! Ах, нет! Если водишься с Мегатроном, привыкни к колотушкам! Закончено, малыш! Кончено, брызговик! Подумай, что ты делаешь! Ты должен прекратить! Нет! Держись, пулемет! В безопасном месте мы починим все твои повреждения! Да ладно! Это конец. Это неправда. О, да. Я всегда знал, что это случится. Ничего не случится. Тебя починят. Держитесь, вы трое! Вектор Прайм, что происходит? Мы очень волновались. О, нет. Только посмотри на них. Я был уверен, что они неразрушимы или как-то так. Надо быстро их чинить. Держитесь, я тоже помогу. Слушайте, этих инструментов недостаточно, чтобы их чинить. Думаю, надо отвезти их на авиабазу к техникам. Он прав. Там о них смогут позаботиться. Мы заберем их отсюда.
Ладно. Вас починят, ребята. Должны починить. Невероятно. Я никогда не чувствовал такой силы. И это лишь часть силы Праймуса. Когда я соберу 4 ключа, меня ничто не остановит. Ха-ха-ха! Скоро я буду править вселенной. Этой силой и моей армией никто не сможет остановить меня. А ты куда идешь? Здесь душновато, воздуха не хватает. И это не из-за вулкана. Хватит болтовни, так что багаж скандалист! Пора сорваться с поводка и пошалить! Это то, что нужно. Ой-ой-ой, я вылезла за щит. Как неловко. На радаре неопознанное судно движется к нам. Срочно сигнал тревоги. О, как это хорошо. Открывать огонь по моей команде. Оно пропало. Но как? Это невозможно. Глядите. Вот так. А теперь следующий трюк. Мальчики, мальчики, меня видно и не видно. Это новые технологии. Они над нами надсмехаются. Это наши технологии или вражеские? Если это враг, как нам сражаться? Лучше побыстрее выяснить. Судно идет прямо на нас. Эти забавы мне нравятся. Пора совсем свести их с ума. Нет! Он протаранит нас! Надо было становиться бухгалтером, как мама хотела. Не волнуйтесь, мы будем на базе через пару минут. Надеюсь, эти ребята протянут так долго. По моим данным, все очень плохо. Но ты же починил фугаса тогда. Да, но с ними все гораздо хуже, чем тогда. Все так безнадежно? Но нет, ничего не безнадежно. Главное пытаться. Если починим паникера, он поможет чинить пулеметы и лихача. Я скрещу за них пальцы. На ногах тоже. Держись, пулемет, я знаю, что ты будешь в порядке. Видимо, я не все знаю. Я знал, что когда-то это случится. Не говори так, ты должен думать о хорошем и только. Точно, думаю, Коби сможет починить тебя. Нельзя сдаваться. Мы уже приземляемся, Коби. Инструменты и оборудование нам доставят. Вся надежда на тебя, Коби. Я знаю, что ты сможешь. Надеюсь. Если ты веришь, что ты сможешь. Готовьтесь, вот они! Скорей, скорей! Это наш шанс поучаствовать в спасении Земли от черной дыры! Ты мой! Получи и ты ботинком! Пёсик! С дороги, старик! Покончим с этим! У меня будут возражения. У старого бота еще есть силы драться. Это ненадолго! Нет, я проучу Кнута. Точно. Теперь покончим, Кнут. С тобой! Ладно, Мегатрон. Дальше ты проигрываешь. Эй, я не хочу стоять в стороне. Я тоже хочу кусок Мегатрона. Ты заплатишь, червяк. Кишка танка, Мегатрон. Слишком близко. Ладно, приступим. У меня есть более важные дела. В этот раз ты не уйдешь. Что? Так тебе мало побили. Это будет твой последний бой, Оптимус. Хватит, Мегатрон. Вселенная развалится вокруг нас, пока мы будем стрелять и колотить друг друга. Слишком многое поставлено на карту, а мы напрасно деремся между собой. Вселенная маловато для нас двоих.
Я вообще не могу здесь разобраться. Я тоже. Не волнуйтесь, я расскажу все, что нужно. Поврежденная плата управляет сервомоторами правой руки, но ее можно обойти, припаяв тот провод вот в этом месте. Есть! Нам повезло, что Коби здесь. Не думаю, что кто-то знает о них больше, чем он. Вот запасные части, Коби. Ой, очень тяжелые части. Теперь у Коби есть все нужные части, и нужно лишь заменить поврежденные системы. Тогда что мы все стоим? Давайте заменять и поставим ребят обратно на ноги. Не все так просто. А, паникер! Может быть, слишком поздно. Паникер! Очнулся. Держись, паникер. У нас есть все детали и инструменты. Скоро мы вас поставим на ноги. Я обещаю. Спасибо, что попробуешь, Коби, но смысла нет. А? Слишком много систем было затронуто повреждениями. Боюсь, что с этим просто ничего не сделать. Должен быть способ. Да, должно быть что-то, что мы можем сделать. Скажи нам, и мы сделаем. Простите, ребята, я бы сам хотел, чтобы решение было. Нет. Слушай, это не страшно. Что? Ребята, мы хорошо работали вместе, разве нет? Да, но это не значит, что я хочу все закончить. Нет, я не собираюсь сдаваться. Некуда бежать, Оптимус Прайм. Скоро я перебью вас всех. Ох, нам нужно закончить и отправиться к Ликачу и остальным. У них немного шансов, Оптимус. Они хорошие друзья. Они выиграли много битв, и я верю, что эту они тоже выиграют. Коби, я очень ценю твою решимость, но смотри фактам в лицо. Я знаю, это трудно, но продолжать придется без нас. Вам надо спасти Вселенную. Мы не должны вас останавливать. Не знаю, что делать, Коби. Я тоже, Лори. Но я не хочу просто сдаться. В чем дело? Лихач очнулся. Здорово. Как себя чувствуешь? Бывало лучше, но не волнуйся. Здорово, Лихач. Мы рады это слышать. Да, это наш Лихач. Он никогда не сдается. Ты прав. Но у меня вопрос. Где это мы все? И почему здесь темно? Дело в глазах, Лихач. Они повреждены. Это не проблема. Я только запущу мотор, а потом программа ремонта все исправит. Забавно, не могу его запустить. Ты можешь помочь, Коби? Я попробую. Этого просто не может быть. Я не готов с ними попрощаться. Я хочу дальше делать всякие штуки, как когда мы с пулеметом летали в космос. Все будет, Бат, потому что я починю ребят, даже если они считают это невозможно. Коби, слушай, даже с технологиями Кибертрона ты не смог бы починить нас. Ошибаешься, я могу. Да, а я буду помогать. Пустая трата времени. Нужно сфокусировать усилия на спасении Вселенной. И что с вами? Вы не хотите, чтобы вас чинили? Нельзя сдаваться. Я не сдаюсь, а провожу объективный анализ фактов. Это не объективный, а негативный анализ. Когда все совсем плохо, ты должен стараться решить проблемы, а не сдаваться. Да, но Лори... Что, что, но Лори? Подумайте, сколько всего еще не сделано. Надо уничтожить дыру, спасти Кибертрон и Землю. Как насчет Оптимуса Прайма и остальных? Вы не можете все свалить на них. Правильно. Нам еще нужно многое закончить. Тогда нельзя останавливаться сейчас, паникер. Я знаю, но у нас столько повреждений. Я тоже хочу кое-что сказать. У меня никогда не было таких друзей, как вы, ребята, здесь, на Земле. Да, и у меня. Я хочу еще погулять с вами по Кибертрону и по другим планетам. Но больше всего я хочу еще раз встретить Мегатрона. Приступайте, ребята. Спасибо. Люди слишком упрямые, чтобы просто так сдаться, ребята. Я бы не перенес, если бы кто-то оказался упрямее меня. Похоже, мне придется совершенствоваться. Звучит уже лучше. Всегда есть надежда, пока не сдаешься. Ты права, Лори. Я утонул в проблемах и забыл об этом. Да уж, действительно. Я твой должник, Лори. Ты напомнила мне обо всем, что для меня важно, и о том, что еще не сделано. Благодаря тебе я не сдамся. Я не сдамся. Я не сдамся. Что происходит? Я не знаю, но в
вы слышите это? Это омега-частота. Этого не должно было случиться, стоп! Сюрпризы — это скорее плохо. Осторожно! Энергия собирается сюда! Омега-частота слишком громкая! Их исцеляет! Не только исцеляет, мы становимся сильнее! Да! Благодаря вам, дети, и силе Праймуса из Омега-шлюза. Теперь нужны более мощные формы для трансформации. Чудесно. Я положил глаз на это. И как долго все это будет? Почти все. Теперь мы готовы. Да! Лучше, чем когда-либо. Теперь вернемся к нашим делам. Встречай смерть, Оптимус Прайм! Оптимус Прайм! Простите, но Мегатрон сбежал! Но мы здесь, и мы прикроем тебя, Оптимус! С Мегатроном кончено! Ты в это поверил, да? Вы кучка глупцов! У вас нет шансов! Ваш лидер вообще Элисаид, ничто не спасет вас от уничтожения! Попробуй, Кнут! Что бы ты ни сделал, мы тебя остановим! И мы! Да! Не забудьте нас! Что это еще? Вы скучали? Ладно, мы знаем, скучали! Проучите их, парни! Я отменяю им, нападайте! Я больше не могу держать ворота! Молодец, Джон! У меня хорошие новости. Здорово. Сеть датчиков отследила источник волны энергии, и мы засекли его местоположение. Кто бы вы ни были, вы пожалеете, что пришли сюда. Вообще-то, Кнот, это ты пожалеешь. Ты не представляешь, с чем столкнулся, но мы тебе покажем. Самым неприятным способом. Мы должны тебе отплатить, Мегатрон. Нет, не так. Мы за многое должны отплатить. Ты получишь за все, что сделал. Думаешь, можно напасть на нас и дешево отделаться? Как видишь, мы вернулись с кулаками и ракетами. Пакуй вещички и скажи всем до свидания. А, Оптимус, оставь этих нам. Пока ты отправишься за скандалистом, мы завершим наши дела здесь. Да, с радостью. Погодите, эти голоса, пулемет, лихач, паникер. Это правда вы? Да, сэр. Мы объясним, что случилось. Шутники, может, вы выглядите по-другому, но вы все те же глупцы, которых я победил. Мы победим еще раз. Хорошо подумал. Поздоровайся со мной. Мы быстро закончим. Эй, не играй с ним один. Я тоже хочу поиграть. Проверим мальчиков на прочность. Да, хорошо получилось. Да уж. Парни, у десептиконов только что прибавилось проблем. Ладно, готовы к следующей драке? Оптимус Прайм? Да. Сэр, мы засекли местонахождение Омега-шлюза, мы знаем, где скандалист. Я передам вам координаты. Хорошо, Джолт. Заберем Омега-шлюз назад. Вектор Прайм. Активирую матрицу.
Ладно, заберем омега-шлюз и остановим скандалиста. Этот омега-шлюз мой. Никто не будет останавливать скандалиста, кроме меня. Я отомщу ему за предательство. Забудь, Мегатрон. Нам не нужно, чтобы ты вмешивался. И я знаю, как тебя остановить. Поздоровайся с моим другом. Удачи, Оптимус Прайм. Нет. Хорошо, тогда пусть начнется битва. Мы так ждали этого. Вперед! Да. Ужасно скучное место. Наконец-то движение. Повеселимся! Ладно, это здесь. Главный режиссер Хироюки Какуда, режиссер Мануба Оно, художник Такеши Кумазен, оператор Аюми Ушиджима, композитор Кейси Монро, по рассказам Аарона Ачера, исполнительный продюсер Стивен Друкер. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу СТС.